Всем привет, ребята, доброго вечерочка. Я только зашла домой после очередного активного денечка. Говорю я в рифму. В общем, у меня вышло совместное видео с Интертоп на их аккаунте, поэтому скорее свайпайте, пишите комментарии, а я вас буду лайкать. Спорим, ты не станцуешь эти тренды на большой скорости. Просто хочется лечь возле кровати и спать, чтобы на кровать грязным не ложиться, а тут так лень переодеваться вообще. Очередной классный день заканчивается. Ну ничего, завтра будет только лучше. Много чего успела сделать и по работе, и по учебе, и для себя там всякие курсы, поэтому иногда приходишь домой так поздно. Уля! Выглядел аппетитно. Турецкий чай, вот мед, рахат лукум, булочки и какая-то крокет с картошки. Вот, так что приятного аппетита. Итак, мир должен знать, что я ем. На завтрак у меня сосиски куриные, огурец, помидоры, укроп. И буду пробовать омлет, но я не сильно люблю яйца. Всем привет, ребята! Один блогер у себя разыгрывает на страничке роликсы. Это просто пушка. Он подарит счастливчику часы за миллион. Только вдумайтесь. Вот ссылка на Сережу Медведева. Переходите, подписывайтесь, и вы уже автоматически участвуете. Да. Он нас испугался. Вот, и сразу поменял цвет. Вот он относительно... Вот он раз, как он лезет, и уже сразу... Светлеет. Вот, да, смотри, вот на листочке сейчас, на этом прикольно. У него же типа шведский стол, очень мало людей. Сейчас самое время ехать отдыхать. В общем, мы нашли хамелеона. Вон он там дрыгается. Да. Это не ящерица, это стопудов хамелеон. Да. Маленький, прям маленький-маленький вообще. Да, он был, короче, светлым на асфальте, мы его нашли и перекинули на... листья. И он стал таким тёплым. Про Марту цю, теж я намагалася його напустити на інстаграм своїми методами, але... Сьогодні я везде опаздываю. Я не люблю опаздывать. Но главное, что в итоге дела все решаются. И вот я села зарядиться. Кстати, у кого такая же проблема, как у меня, что начал очень быстро садиться телефон. Ужас.
чтобы было пати, чтобы было пати. Нужно позвонить Артуру, Диме, Ване, Кате. На ногти сходить, фотку запилить, даже две лук подобрать и понять, что на голове. Пиццу заказать еще, и все готово. Все танцуют, все довольны.